стенах администрации Каспийска прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-летию города и подписанию соглашения о побратимстве Каспийска и Калуги. Началось мероприятие традиционно с гимна Российской Федерации и Республики Дагестан. С приветственной речью выступил председатель собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов. Город Каспийск прославился тем, что самую большую поддержку фронту и наших флотилий, мобилизованным ребятам, оказал этот город Каспийск. На самом деле так и есть. Наша партия «Единая Россия», наш город Каспийск были во главе всего. И наши ребята первым откликнулись, когда была мобилизация, пошли на фронт, поддержать свое государство, защищать свой конституционный строй этого государства, защитить свои территории, которые были исконно нашими. Кроме того, с торжественной речью также выступил первый заместитель главы города Сергей Шахвалиев, который подчеркнул, что на данный момент город активно развивается и нужно отдать должное всем тем, кто непосредственно принимает в этом участие. Так, Сергей Шахвалиев совместно с Абдулвахидом Джаватовым наградили отличившихся сотрудников разных рабочих структур города. После награждения состоялось важное событие, которое однозначно войдет в историю города. Это церемония подписания соглашения о сотрудничестве Каспийска и Калуги. Для заключения договора были приглашены первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев, председатель собрания депутатов Абдулвахид Джаватов, глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель председателя городской думы города Калуги Александр Иванов. После официальной церемонии соглашения о побратимстве с торжественной речью выступил глава городского самоуправления города Калуги. Дорогие друзья, мы всегда рядом, и я уверен, что вот с такими словами, дорогие друзья, я имею полное право к вам обращаться. А сегодня еще с подписанием этого договора, я считаю, что у нас есть все необходимые и достаточные условия для того, чтобы наши с вами дружеские взаимоотношения развивать, углублять, реализовывать в абсолютно разных сферах деятельности. Но самое главное, на благо жителей наших замечательных городов, города Каспийска и города Калуги. В мероприятии также приняли участие представители администрации города, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, член общественной палаты Виктория Гаджиева, а также делегация Ижевска, которая прибыла в Каспийск для того, чтобы поздравить город с его 76-летием. Хочу сказать, что здесь очень добрый, радушный, отзывчивый народ. Мы приехали сюда большой делегацией городской думы. И мы настолько побратились, что среди депутатов городской думы даже есть представитель Дагестана. И она здесь присутствует. Желаю Каспийску дальнейшего процветания, экономического роста, побольше туристов, хорошей погоды, чтобы экономика позволяла развиваться городу и чтобы город был комфортный, безопасный. Завершилось мероприятие концертной программой, подготовленной воспитанниками хореографического ансамбля «Арс» и школы эстрадной песни города Каспийска.